Уважаемые зрители, я знакомлю вас с экспозицией выставки «Русские сказки», которая проходит в рамках международного проекта «Школы мира» совместно с Культурной ассоциацией «Эсперанца», совместно со студией живописи Московской школы 1602. В этом году к нам присоединились художественные студии, рисунки ребят из Луганска, из Краснодона, из Московской студии изобразительного искусства и из города Рима. Ребята из города Рима не просто нарисовали рисунок на тему русской сказки, они еще и поставили спектакль, они еще и сами были актерами, персонажами этих сказок. Целью этого проекта является общение ребят из разных стран, из разных городов с помощью интернационального языка, языка искусства, языка рисунка и живописи, который не нуждается в переводе. Выставка продлится в Московской школе на нашем 4-м этаже. Вот вы видите сейчас экспозицию. До 4 мая, после чего рисунки продолжат свое путешествие по разным городам, по разным странам.